Друзья, перед началом своего ролика хочу познакомить вас с моими друзьями, блогерами Денисом и Елизаветой, и с их увлекательным каналом Дэн Турбиз, который расскажет вам об отдыхе в Крыму и о том, где можно подлечиться. Также ребята помогают туристам советами и делают очень красивые обзоры достопримечательных таких городов, как Ялта, Алушта, Саки, Евпатория, Новофедоровка и других городов-курортов нашего Крыма. Обзоры пляжей, набережных, рынков и цен на них. Ну и, конечно, кафешек. Все это вы найдете на канале ребят. Подписывайтесь, будет интересно. Ссылочка на канал в описании. Друзья, всем привет. Доброе утро. Время без 10:06. И мы идем на море. И сейчас я вам покажу, для чего ходить на море в 6 утра. В общем, сейчас мы доберемся до моря. Как я говорил, 240 метров надо пройти. И вы сами все поймете. Ребята, чтобы было понятно, да, почему хорошо в 6 утра выходить. Вообще практически никого нет. А сейчас придем на пляж, там человек 5-10 от силы и не больше, и прям красота. Заодно посмотрим, какое сегодня море. Так что пошли. Поворот на Генеральская, водопад Джур-Джур, центральный магазин. Мы еще туда сегодня зайдем. Лавочка. Мусорники по пляжам поставили, по всем пляжам. Вот такие вот цивильные, не те, которые были, а именно вот такие цивильные. Маманя, видите, вот тоже советует, что поснимать. Море. Вот бакланы ходят. Видите, объедают тут. У кого чего упало. Все подъедают. Ну и море, друзья. Конечно же, море. Сейчас я подойду к нему поближе, чтобы вы понимали, какое оно чистое.
Ура! Плыли. Вода шикарная, теплая и чистая. Нам вообще неделя повезла вся. Что мы отдыхаем, все время водичка теплая и чистая. Ну, было где-то градусов 20 один раз. Один раз было градусов 20, вода для Саши холодная в начале. Но потом ничего, зашел на улицу-то плюс 40, а водички-то лучше. Так что, ребята, приезжайте отдыхать. Ну, в общем, теперь понятно, да, почему в 6 утра приходить круто. Потому что вода идеально чистая. Людей еще нет, ну, практически нет. То есть вот туда с десяток человек. Ну, примерно с десяток. И туда, ну, очень далеко еще с десяток. Здесь, кстати, вот таблички, то, что стоят на пляже, сюда причаливает теплоходик. Чтобы вы понимали, это столовая, в которой мы питаемся. Вот эти зонтики поставили, этого ничего не было. Зонтики поставили и довольно много. То есть здесь в два ряда, дальше в один ряд, еще дальше в один ряд. И с той стороны, но там немножко другого цвета, тоже довольно прилично их понатыкали. Так что улучшения есть. Мусорники, вот здесь мы заходили, мусорник стоит на входе. Здесь мусорник стоит. Там два мусорника вот на этом входе стоят. В общем, ну какая, оккультурили. Вот эта кафешка, она, ну, для тех, кто буц-буц любит, по вечерам, по ночам она здесь буц-буцкает. Но так как я уже говорил, мы живем на удалении чуть-чуть отсюда, нам не слышно. А для любителей вот этой вот бум-бум, пожалуйста, имеется. Ладно, пойду скупнусь. Пойду, друзья, скупнусь и буду. И включимся уже, когда будем идти обратно. Я вам еще кое-какие моменты покажу. Все, смотрите дальше, будет интересно. Странные люди, друзья. Придешь на пляж, сначала полчаса убираешь пустые эти вот бокалы пивные. А потом в море идешь, блин. Ну, черти что, ей-богу. А, че включился? Вон, видите, люди собираются на помосте. Вот там. Там проходят каждый день, вот они где-то с полседьмого они собираются, и с семи начинаются у них типа занятия. Они там занимаются то ли йогой, то ли пилатесом, я так и не понял чем. Но иногда в такую дулю скручиваются, прям страшно смотреть за них. Прям за них страшно становится. Ну да. В общем, видите, время полседьмого. Народ потихоньку прибывает на пляж. Сюда. И здесь. И да, все, кто приходит с утра. Все, кто с утра приходит, обычно сидят в воде. Вот так. Один нос торчит, короче, и все. Но потому как правда, прям огонь. Мы вот только вылезли, я только чутка обсох. В общем, будем наблюдать дальше, как заполняется пляж. И, ну, естественно, вам все покажем. Посмотрите, сколько людей будет часиков в 10, допустим, или там в 9. Ну, когда основная масса народу пойдет уже на пляж. Так что вот такие вот, вот такая вот информация. Маманя сидит, надувает подушки. Дуваю подушки. Основная масса, кстати, странные люди, приходят в пекло после 10. Мы идем с пляжа, они струйкой, потоком идут на пляж. Ну, что делать, да. Отсыпаются, видать. Они же у нас за Уралья, Сибири. Издалека люди отдохнуть хотят. И время, кроме того, адаптация, так сказать. Люди, да, у нас вот соседи живут с Ямала, с Камчатки. Ну, прям вся география тут. И стулы, да, живут. Ну, много, ой, очень много откуда приезжают люди. Прям... Со всех сторон нашей необъятной родины. Красота. Да, классно. У всех говор разный, так интересно со всеми пообщаться. Может, там взять интервью у кого-то. Ну, в общем, здорово. С Самары есть люди.
Еще что вспомнил. Да-да. Я вот мне когда сказал Самар, я спрашивал, что за номер, ну, регион. 63-й, по-моему. Говорю, а что за регион? А они говорят, а это Самара. И я тоже вспомнил песенку и запел про Самару городок. Ладно, друзья, следите. Дальше будет интересно. Вот, ребятки, 7 часов 17 минут. Люди потихонечку, потихонечку прибывают. В общем, будем за всем этим делом наблюдать и попозже еще чуть-чуть включимся. Ну, пока вот так. Вот так примерно в 9 утра выглядит пляж, море и пляж. Но это еще нет, потому как основная масса приходит к 10. А может, сегодня будет просто меньше народу, не знаю. Вчера было больше. Но сейчас только 9, да, и народ подтягивается постоянно. Так что, друзья, будем уходить. Я еще раз включусь, покажу, что, сколько, где. Где, ну, сколько народу придет к 10 часам. Все, пока. Полдесятого, друзья. Видите, народ продолжает прибывать. Пляж, в принципе, выглядит вот так. Ну, в общем, вы сами все видите. Небольшая волна поднялась такая. Легенькая. Ну, в общем, все отлично. Попозже со столовой еще сверху вам вид покажу. Вот, друзья, 10 часов. Основная масса уже пришла. Еще, конечно, люди подтягиваются. Но вот 10 часов утра, Солнечногорская. Примерно как-то вот так. Так, друзья, продуктовый магазин. Алина, время работы с 8 до 22, без перерыва. Заходи. Магазин Алина. Доброе утро. Доброе. Я тут по ассортименту, по ценам сильно, наверное, рассказывать не буду. Нет никакого смысла, а по ассортименту смотрите сами. Да, я, наверное, пройду.
Ну, в общем, понятно, голодными не останемся здесь. Заморозка, рыба, ветки, ну, в общем, палочки крабовые, мясо, курица, пельмеши, вареники, полуфабрикаты. В общем, полно всего. Консервы, даже не знаю, вот так вот покажу прям, что есть любые. Горбуша, форель, скумбрия, сайра, сардина, в общем, ну, все есть. Соусы. Даже есть чили. Всякие печенюхи, вон, сладости. Сыры плавленые, всякие майонезы, кетчупы, блин, ну, сами понимаете, куча всего. Пойдемте еще, покажу еще один отдел. Чаи, кстати, чаев и кофеев тоже есть на выбор. А это алкогольный отдел. Пиво симферопольское, 55 рублей. Это вообще не знаю, что за пиво такое, 75. Ялта 110 литр, маленького не вижу. Просто Крым светлая 105 литр. Ну, в общем, стандартная цена. Вот, вот так по ценам я чуть-чуть покажу, кто какое пиво любит. Я потому что говорил, что я не особо как бы пиво пью. Ну вот такое знаю, вот Козел, 77 рублей. Томская, 65. Крюгер. Крюгер это тот, который Фредди. Лосиный берег, вот 55. Ну там здоровые банки. Ну, в общем, пива много всякого разного, полдня можно показывать. В среднем цена 65 рублей где-то. Так, на это вообще цены не буду показывать. Вина, кто любитель, вин тут тоже на выбор, как бы, ну, сами понимаете, много. Игристые, коньяки, все коньяки, в большинстве своем крымские коньяки. И вот еще массандровская полка. Ну, есть бы как бы еще выбрать. Думаю, на любой вкус найдется. Элитные коньяки и там, вискари и всякое такое. Ну, тоже прилично. Ну и водки тут как бы тоже, конечно, прилично. Все? Нет, я видел, тут были вызовы. Чипсы? Да нет, в общем, друзья, вот такой магазин, как я говорю, тут реально есть все абсолютно. Так что, кому интересно, приходите. Так, ну что, дорога от моря у нас. Обещал показать аллейку. Сейчас покажу. Кукуруза. Ну, эти все сувенирные вы видели. Новую хочу вам показать. Которые в том году, которых не было, сейчас покажу, открылись там, где самса и всякое такое делается. Видите, как мы шли в 6 часов, и как мы идем обратно. Уже люди, машин куча стоит. Это да. Ну, в общем, класс. Вот время 10:30, мы сейчас придем домой. Душик, кондиционер, чуть поваляться. Я вечерком еще, может, схожу на пляж. Ну, видите, мы идем уже с пляжа, а народ еще, ну, многие идут еще на пляж. То есть, ну, не знаю, в такую жару. А самое страшное, когда идут с маленькими детьми в такую жару, еще и не под этот, ну, не под зонтик, а просто с детьми на подстилку. Так до годика, детки, до годика. Да, ну, годовалые даже если, ну, прям, ну, совсем никак это. Ну, видите, тут... Свое люди продают прям с ворот. Так что, ну, не какое-то там привозное или еще что-то. Все свое.
конные прогулки, пожалуйста, тоже есть. Помашите ручки. О, чудно. Чудно. Вот так вот. Практически в каждом дворе висят, видите, сдается жилье. Ну, не факт, что оно есть. Ну да, не факт, что оно есть, но везде висят. То есть, если вы приедете, ну, не бронируя ничего, просто здесь по гуках пройдетесь, то, я думаю, найдете. Вот видите, сдается жилье. Вот открылась новая вот эта штука. Вот в том году я этого не видел. А в этом году здесь очень много. Все, сами все делаете. Вот так вот, видите, все сами делают, и все выглядит отлично, и пахнет вкусно. Так что, друзья, вот в том году не видел, а в этом году кто будет, заходите. Жалко, мне тесто нельзя, я бы тоже что-нибудь попробовал. Так что вот, во, шаурма, видите, шашлык. А, шаурма с шашлыком. Во какая штука. Ну, тут салаты, малаты. Так что вот этого не было в том году, обещал показать новое, показал. Уцененный магазин еще сейчас, да, покажу. Почему-то постоянно в магазине уценка какая-то идет. Вот туристы. Парикмахерская здесь, кстати, тоже имеется. Ну, если вдруг кто решил постричься. Я перед поездкой обрился весь налысо. Поэтому мне до конца хватит. Вон впереди синенькие за машиной, видите? Вот это магазин, почему-то там уцененные товары все. Может быть, это находят на пляже, кто что забыл, стирают и продают, не знаю. Нет, ну правда. Сегодня галантерейные находки все. Да, мы сегодня тоже на пляже нашли обруч, заколку. Ну, в общем, с утра на пляж, знаете, кто рано выходит на пляж, вечно что-то ему достается. Ну, помимо того, что надо собрать стаканы пустые и бумажки. Ну, это я такой дурачок, а остальные не все собирают, в общем. А я пока собирал пустые стаканы, нашел заколку и обруч. Так, но кактусы показал. Вот магазин. Здесь футболки, ну, такой, трикотаж. И, да, и, в общем, все недорого. Вот вечернее платье за тысячу рублей. Мясо, кто, да, захочет на шашлык, мясо здесь. Овощи, фрукты, персики. Вчера спрашивали на стриме про персики. 80-90. Персики, друзья, да. Крымские персики, вот, 90 рублей. 120 рублей. 100 рублей. Абрикосы уже отходят, тоже по 120. Слива 60. Виноград 180, но это местный виноград. 180. Лук, но это не ялтинский. Но по 100 рублей, перец 60. Баклажаны 50, на чеснок нет, морковка 50, картошка 35, огурцы 60, помидоры 60 и 70 розовые. Зелень опять же. А зелень почем? По 25? Зелень по 25, черешня. Друзья, последняя черешня уже, она уже, ну... Так зато от нее хвостики хорошо отпадают. Да, она очень вкусная, очень сладкая, она уже чуть подвявшая, по 100 рублей, это последняя, больше ее точно не будет. Ну, в этом году имеется в виду. Номера с удобствами. Что? Да, вот здесь цветочки растут. Граммофончики. Как ты граммофончики? Почему-то мама решила, что они граммофончики. Похоже на граммофончики. И пчелки их опыляют. Ой, да. Много пчел. И пчелок много, поэтому я отсюда валю. Друзья, я как бы боюсь, потому как они кусючие. Ой, смотрите, какие красивые облака впереди. Кстати, местные вчера вечером говорили, что сегодня будет дождь. Я не знаю, по каким приметам они это определяют, но судя по облачкам... Может быть. Может, да, может натянуть. Там потому что горы прям совсем... Здрасте. Горы прям совсем в дымке, в туманке. В туманке, в тумане. Ну а мы вот, видите, чуть прошлись и пришли. Вот наш дом. Розовый большой. Вишневая 41А. Гостевой. Дом как дома. И тут реально как дома. И все вам скажут, что здесь реально как дома. Мы в Крым приехали в первый раз. Нам очень понравилось. Мы остановились в Солнечногорске.
гостиничный дом, да, называется? Гостевой. Гостевой дом, да, называется «Как дома». Хозяева очень приветливые, заботливые, все ласковые. Нам очень понравилась обстановка. Море очень чистое, здесь берег очень чистый, море чистое. И люди все добрые и доброжелательные. Приезжайте все отдыхать в Солнечногорск. Подожди. Ты приедешь отдыхать? Нет. Сюда на море приедешь еще? Нет. Нет? Все, я уйду. Ребятки, чтобы вы понимали, люди приехали с Ямала. Это просто караул. Видите, с собой. Сегодня уже уезжают, с собой набирают инжирчика. Коробочку черного и коробочку зеленого. И коробочку зеленого с собой. Вот так. Всех южных вкуснятин. Вот так вот. И к жильцам относятся хозяева, как к родственникам. Это точно. Вот такие вот друзья пироги. Всех по именам помню, кто когда отдыхал, да, кто откуда, да, приехал. Вот он. Ну, я думаю, вы мимо не пройдете. Видите, сдается жилье, номер телефона и моя наклеечка. Еще старая наклеечка. Вот уже второй год мы отдыхаем в поселке Солнечногорское. И адрес наш один и тот же. Улица Вишневая, дом 41А. Как дома. На самом деле, как дома. Очень здесь хорошо. Гостеприимные очень хозяева. Вера Семеновна — это просто чудо. Дочь ее Наташа. А вот как раз вот и зять Павел идет. Тоже такой красавец. Очень приятно. На самом деле, как дома. Рекомендуем сюда приехать отдыхать, потому что море волшебное. Галька такая, знаете, не очень, какая, не очень навязчива для ног. Приятная очень. И погода чудесная. Ну, что можно сказать? Приезжайте, не пожалеете. Здорово просто здесь. Кстати, наклеечка третий или четвертый год висит. И смотрите, еще не выгорела. Фу, ну вот мы и дома. Собственно, во многих местах был. В Крыму, начиная с Феодосии, Судак, Новый Свет, Алупка, Севастополь, Любимовка. И долго просматривал, потому что хочется что-то более, как сказать, не комфортно, а чтобы спуск к морю был более легкий. И вот, собственно, благодаря автору узнал, посмотрел про Солнечногорск, и однажды собрались, еще даже в прошлом году, в 2016 году, первый раз мы приехали сюда. Ну и приехали. Попытка, не пытка. Посмотрели. Посмотрели, в принципе, сразу на этот адрес. Нас устроило. Нас устроило и цена, и доступность моря, и все такое. Поэтому и хозяйка у нас очень добродушная, гостеприимная, балует нас, вот, за что мы очень благодарны. Хорошо здесь. Море чистое, галечка мелкая, можно найти покрупнее, каждому по вкусу. Ну, сложно передать, море действительно чистое. Вот сейчас, сегодня 12 июля, нам уезжать, море вообще супер чистое, теплое, комфортное, просто до невозможного, аж жалко, но надо. Так что, желающие, добро пожаловать в Солнечногорск, здесь все будет вот так. Доброе утро, ребята. У нас сегодня последний день. Мы сегодня пришли на 10 минут раньше. Солнышко еще воду не просвечивало. Мне оно показалось мутное. Но нет, сейчас уже встало. Солнышко, водичка чистая. Ну, Саша говорит, холоднее, чем вчера. По мне, так нет. Не холоднее. И полный штиль. Ветер у нас идет с гор. Вчера был хороший такой ливень. Нам просто повезло. Мы забрали все. Мы приехали с прекрасной погодой. Мы подышали озоном горным, чистым воздухом. Гроза была, конечно, страшная. Молнии со всех сторон. И они все в горы бьют. И вот грохот постоянный. От грома этот рокот постоянно. Вот сегодня пришли. Ветер с гор. Водичка шикарная. В общем, все хорошо. Прям не хочется уезжать. Единственное, утешаю, что через 3 недели я с Владимиром Георгиевичем опять здесь. Денек-то у нас последний сегодня. Сейчас мы здесь посидим. И еще и ветер вот начал дуть. Посидим и будем собираться. Домой. Батя приедет.
Вот, друзья, хозяйский пес, там, где мы живем, ну, доживаем последние часы. Он с нами ходит на море, видите? Мы сегодня уезжаем уже, и вот последние, что это, как это, последние мгновения ловим морька. А завтра на работу, друзья, так что вот так вот. Сейчас батя приедет, включимся. С Лешиком, да, Лешик же тоже приедет. Хотят они поехать через эту вот, через Лучистое, там где дорога закрыта. Ну там можно как бы проехать, но идет ремонт. Обратно будем ехать. Эта дорога, для тех, кто не знает, там где снималась Кавказская пленница, где ехали на дачу к товарищу Саахову. Это вот как раз там через Лучистое дорога это идет. Ну и там, где они останавливали втроем. Вот эта девица посередине был. Так что обратно будем ехать, я вам покажу. Там притормозили. Все это дело, да. Там сейчас, правда, этого всего не узнать, но в любом случае покажем. Маманя, вот видите, шапка у нее на бок. Не в ту сторону, правда, вот так. Вот так. От солнышка. Репер прям такой. Ну и морька там сзади у нас. Видно, наверное, не знаю. Видно, не видно. Не вижу. Сам не вижу, что снимаю. Да, вчера был дождь, сегодня народу меньше, и водичка, ну, такая слегка мутноватая. Ну, а так все отлично. Солнышко, тучек нет, дождика нет, ветерочек такой приятный. В общем, кайфуем. Сейчас еще покайфуем часик и пойдем на завтрак. Вот туда. Наверх поднимемся, позавтракаем. Видите, у нас все у нас под боком. Ладно, друзья, приедут наши орлы и включимся. Ну что, друзья, подведем неутешительные итоги. Отдыхать, конечно, хорошо, но надо ехать работать. В общем, на этом у нас будет все дело заканчиваться. Еще приедет сейчас Лешик с батей. Ну, я уже говорил. Покажу вам их, как они выглядят. Те, которые не отдыхали еще. Сравните их с теми, которые отдыхали. В общем, ну, не знаю, пишите в комментариях, понравилось вам, не понравилось. Вроде я все, что мог, все рассказал, показал. Инжир показал. Третий урожай, кстати. Вот второй собрали, еще собирают второй, и уже третий урожай подходит. Ну вот он вот такой пока. Махонький, видите, еще совсем такой вот. Маленький. Мы уже собрались, сложились, упаковались. В общем, ждем теперь, когда за нами приедет автомобиль. Жук майский в мае должен летать. И будем добираться до дома, потихонечку все это дело монтировать и выкладывать, чтобы вы все это быстренько увидели, и кто вдруг захочет сюда же приехать, в это же место, где мы отдыхаем, то милости просим. Номера сейчас свободные есть, да и мы один освобождаем. Смотрите, розмаринчик зелененький, красавец. Помидорки вон подходят тоже. Как? Ой, слышите, цикады поют. Засела где-то и орёт. Груша увешанная вся. Аж согнула ее бедную ветки. Да, цикада прикольно. Гостевой дом как дома, вы все помните. Ссылочки все возможные я оставлю в описании под видео для связи. Свяжитесь с хозяевами, покажут вам все номера, все, в общем, покажут. И, ну, я же говорю, если понравилось, приедете здесь, будете отдыхать, если хотите. До моря, еще раз говорю, 240 метров, номера я вам уже показывал, так что не знаю, вроде все отлично здесь. Пойду посижу за столом возле фонтана. Фонтан не включаю. Надоедает, журчит и журчит. Не знаю, нечего больше сказать. Клево здесь отдыхать. Мы прям довольны. И что я, что мама. Мама сидит под кондиционером в номере. Ждет, говорит, приедут, я тогда только выйду.
Я говорю, давай вещи вынесу вниз пока. Мы же на втором этаже. Говорит, не, не надо, я пока тут посижу, потому что на улице сидеть типа жарко. Друзья, видите, приехали эти два орла за нами. Так что мы здесь. Они в Солнечногорское через Ялту, оказывается, ехали. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Да. В общем, оклунки наши вон уже собраны. Вот, нам хозяйка. Хозяйка нам вот, да. Насыпала чуть-чуть. О, какой. Ой. А вот сумка, друзья, которая Верочка, куплена на донаты. Я, вот эта большая синяя. Была раньше у нас вот эта, а теперь вот видите, какая огромная. Зараза к заразе не пристает, ты же знаешь. Видите, папа решил кофейка попить. Это папа с кофе разговаривает. Надо кофе, еще булку и халу и колбасу. Халу. Халка. Хала на Ниву. Ну что, маманя, загорела вроде? Загорела, конечно. Они приехали какие-то белые оба. А. Ну, папа еще нет, а Леха вообще. Я специально не мылся, папа чтобы светлее не было. Леха уже нет. Обратно мы вам покажем классную дорогу, но это будет сюрприз, увидите в конце. Она будет пыс-пысом. Мы уже проанонсировали. Она все испортит. Ну что за человек? Верочка, зачем ты несешь, пожалуйста, солнышко? Париж, пожалуйста. Володя, давай ты булочку. И это самое, и колбасочку. Да. Булочку и колбасочку. Я тоже булочки порежем сейчас. Да, бедные, голодные. Верочка, голодающие из столицы приехали. Моя сладкая, голодающая. Нет, нет. Мы тут трогаем. Как в Симферополе тяжело, есть нечего. Приехали в деревню покушать. Питались дошираком и кукурузой с папой. Готовить не было кому, мамочка. Нет, газ отключил. Да. Свет, молния, свет выбила. Ребята, кто будет еще кушать? Я нет, я не буду. А я погуляю. Не-не-не. Кофе, кофе, кофе. Пожалуйста, меня не включайте туда. Я таком виде вообще уставшая кислятка. Я не люблю 100 грамм. Не буду. Включи маму, маму вместо меня. Включай маму. Мама. Включайся. А что это? Не надо? В общем, друзья, поедем по новой дороге и покажем. На этом здесь у нас по все. По другой, а не по новой. А по дороге, да, по другой. По новой другой. Другой. В общем, другой. Как кавказская пленница. А, ну, на этом все, пока. Там уже в Симферополь приедем и попрощаемся. Друзья, самое главное, я чуть не забыл. Просили узнать, сколько стоит рыбалка. А, в Солнечногорском рыбалка стоит где-то 4-5 часов. Уходите вы в море на лодке, стоит это 400 рублей. Катамараны стоят 150 рублей в час. Водный мотоцикл стоит 1005 минут. Все вроде. Теперь вся полезная информация, ну и виды. На этой дороге она официально закрыта, но как-то потихоньку можно мы прорвались. Прорваться, да. На этой дороге как раз снималась кавказская пленница. Там, где она убегала от них, и там, где перекрывали они дорогу. Ну, видите? Здесь ходит маршрутка, а Лушта, Лучистая, Лучистая это вот там дальше, мы уже проехали его. Здесь просто вот такие виды, я не мог вам не показать, прям очень красиво. А вон родничок течет. А вот и дождик идет. Нет, это ветер. Нет, это дождик. А это дождик? Смотрите, ребята, это дождик. Дождик начинается. Да, здесь родничок. Я не знаю, насколько... Но здесь, я думаю, пить можно. Потому как здесь наверху как раз огромная гора. О! Вот видите, родничок течет. Не очень чисто здесь, но водичка чистенькая течет вот с родничка. Здесь вот демерджи. Я попробую сейчас отойти. Ах, красота какая. Ляпота. А там внизу Алушта. Да, вот то. Вот та крайняя горка, это Костель. Медведь гору отсюда уже не видно. Эх, не видно горку. Не видно. Видно вот кусочек. Кусочек видно. Это уже северная Демерджи. Это северная. Южная Демерджи вот там. Ну, как говорят, Екатерину где видно. Ай, ну красота. Красота, конечно, тут. Так что, друзья, если... Да, если будете ехать не спеша, то, в принципе, по этой дороге можно проехать. Она, на самом деле, если ехать в Солнечногорское, здесь не через Алушту, а по этой дороге, вы экономите 9... Ну, где-то 9 километров ближе получается. Через Алушту на 9 километров дальше. Ребятки, а вот это вот место, вот видите, такая, ну, типа стоянка. Вот раньше, когда дорога была открыта, экскурсионные автобусы ходили. И вот эта черешня, она очень вкусная. И вот здесь стоят автобусы, а все наши гости Крыма сидят,
как шкварцы объедают черешню. Она, правда, здесь хорошая. Старое дерево. Ну да, она такая не маленькая, чтобы вы понимали. Вот это вот, это черешня. Вот единственное, по-моему, раньше все-таки мусорный контейнер здесь где-то стоял. Сейчас нет. Ну сейчас дорога закрыта. Да, официально закрыта дорога. Но хотя покрытие здесь более-менее приличное, а сами ремонтные работы, ну такие основные, начинаются там чуть дальше, чуть-чуть. Ну, в общем, не знаю, мне виды очень нравятся. Вон вершина, вот это, по-моему, Романкош, вот это самая высокая гора, а потом идет вот Четырдак, вот по высоте, вот она чуть-чуть выше, у них там, по-моему, 15, что ли, метров разница, ну, небольшие, но вот она считается самая высокая вершина Романкош. Вершина Крыма. Вершина Крыма, да. О, все, ребятки, будем добираться дальше.